Почему это так трогательно, блин? Майни, вновь с вами. Всем привет. И сегодня у нас реакция на видео с канала Долбек. И это все плюсы мультфильма Клаус. Это киноплюсы, антигрехи. Короче, будет позитивно. И как бы Новый год же скоро. Нужно позитивно. Позитивным, минным, хорошим. Всех наступающими, кстати. Блин, с наступающим праздником. Ё-моё, Новый год, вон. Когда он будет? Почти завтра. Ладно, не почти завтра, но скоро. Все плюсы Клаус. Блин, мультфильм великолепный, ребята. Кто не смотрел, советую посмотреть. Даже если увидите спойлеры, какая... он вообще великолепен. Со спойлерами, без спойлеров, никому он шикарен. Никому не придет поинтересоваться, откуда пошла эта традиция. И началась она вот с этого. История начинается максимально правильно. Традиционные письма для Санта-Клауса, почтовая академия, письмо, ставшее началом пути главного героя. 78! 79! Кадет Йоханссон! Стоп. Представление главного героя и его зоны комфорта. Я только понял, кого мне напоминает в этом моменте. Вот в этом моменте. Напоминает приключения императора Куска. Он Куска напоминает. Вот присмотритесь. Портос сразу после демонстрации жестких тренировок, которые он пропускает. Это я к тому, что... Реально, это ж Куска. Чем-то похож, да? Такой, типа, о, мне так кайфово. Все о нем рассказали. Что-то в этом есть. Без диалогов. Давай-ка припомним все твои успехи. Полный провал. Транспортировка легко бьющихся товаров. Худшая. О, да, мы... это так нас доставляют иногда товар. Все из кожи вон лезли, но, увы, мне пора идти собирать вещи. Показав ужасную успеваемость в академии, потомственный почтальон уходит на фоне своих успешных предков. Одно дело видеть, что он никчемный, другое дело видеть в этом его будущий успех. Слезы душат. Стой, где стоишь. Да, папа, ты прав. Верну тебя домой к жизни теплой и бездарной. Ты назначен почтальоном. Что-что? Наладить работу почтовой службы в городе Смиренсбург. 6000 писем. Один год. Сюжет начинается с классического лишения главного героя зоны комфорта. Даже есть конкретная цель в 6000 писем. Я поборник дисциплины, но Смиренсбург даже для меня это чересчур. Мальчику нужен хороший урок. Также нам накаляет обстановку об этом ужасном Смиренсбурге, обосновав это мудрым решением преподать Джасперу урок. И оба эти момента совершенно не преувеличены. Он скажет мне спасибо когда-нибудь. Спасибо, пап! Назад до перекрестка и налево. Я не заблудился. Еще как заблудился. Здесь всегда такая погода? Нет, такая жара тут редкость. Все эти наговаривания на этот ужасный Смиренсбург заставляют зрителей максимально верить, что Джаспер не справится с поставленной целью в 6000 писем. И мы правда в это верим, и это лишь начало. Прелестно, да? Видел бы ты его весной. А где весь народ? Миленько. Весь народ? Только позвони в тот колокол, и тут и будет тебе прием. Мясо колокол в виде петли. Вот он, радушный прием. Этот момент, когда на догадке раздает. Сцена с прибытием в город отличная по нескольким пунктам. Опять же, нас полностью убеждают, что в этом забытом святым Николаем городишке нет никаких шансов наладить почтовую систему. Второе, идея паромщика подстрекнуть Джаспера с колоколом моментально рассказывает всю историю города и двух народов. То есть даже в добром рождественском мультфильме регулярно происходит экшен. Грейп. Теперь доволен? А говоришь, забыть. Нам опять прислали почтальона! Со мной лучше не связываться. В продаже сельти налим. Униформа, холодный пот, испуганный взгляд. Попробуй угадать. Ты наш новый почтальон, а паромщик обманом заставил тебя ударить боевой колокол. Это же школа. Здесь должны быть дети, учителя. А ты учительница. Это ты? Что случилось? Сцена со школой тоже сделана просто потрясающе. Да, очень круто. По стечению обстоятельств Джаспер попадает в школу, заполненную рыбой, где продавщица сразу поняла, в чем дело. То есть такое происходит с почтальонами каждый раз. Получается, Джаспер не совсем случайно попал в школу, а именно из-за обмана паромщика. Отсюда сразу же информация про боевой колокол, нам лаконично раскрыли детали хаоса Смиренсбурга. И этот же хаос – причина обстановки, в которой сейчас происходит диалог.
рыба. Повсюду рыба. Блин, это один из самых шикарных мультфильмов, который я вообще смотрел в своей жизни. Очень крутой. Взгляните на глобус. Это своего рода символ познания мира. И он проткнут ножами. О знаниях тут забыли. Сама учительница проклинает весь этот мир, втыкая в него ножи. Тебе поставочка! Нет, погодите, это совершенно... Пойми домой, чучело! Важный момент, необходимый для формирования Ориджина Санта-Клауса. Я понял. Мой папа вас подучил. Подловили. Показывайте настоящий дом. Я приму ванну. В Смиренсбурге, на острове. А это теперь твой дом. Когда, казалось бы, ниже падать уже некуда, со дна постучали. Вновь нас заставляет верить, что Джаспер никак не сможет достичь поставленной цели. Все, буквально все нас в этом убеждает. Как он это сделает? Разве это возможно? Я бы этого не выдержал, нет. Почти. Лежите тут. Очень важная деталь, которая офигенно раскроется в будущем. Да, блин, как... Что если смотреть мультфильм, где прям... Местные могут сказать уже друг другу ловлю. Только одно. Нет писем? Как же мне тогда... Что за... Простите, сэр, верните мой рисунок. Я почтальон, ясно? Так что отдать никак не могу. А вот ты не похож. Проще простого. Я складываю... А можно просто бросить в ящик? Веление судьбы? Допустимая случайность, подумаете вы? Не, нифига. Первое письмо – рисунок грустного ребенка. Первый, кому Клаус даст подарок. Все это – исход как раз из главной идеи мультфильма. Рисунок нарисовал тот, кому грустно и одиноко. И как раз из-за фактора заточения он не мог вернуться за рисунком. Любой другой ребенок просто вышел бы и взял свой рисунок. Но тот, кому больше всего не хватало тепла, был вынужден поговорить с тем, кто доставляет письма. Далее, уже тот, из-за кого ребенок заточен, не позволяет рисунку вернуться к ребенку. Во скорее факт прибытия рисунка Клауса можно считать за допустимую случайность, но даже она обусловлена духом, что сглаживает некоторые допущения в ходе сюжета. Великолепно, чел хорош. Блин, это очень круто, тобой, да. Если ты думаешь, что я сдался, то напрасно. На этой карте раскиданы камео создателей мультфильма. О, как даже. Те самые олени, важные для будущих поставок писем и Ориджина Санта-Клауса. Есть кто? Я у вас дома. Вау, какая интересная случайность. Ветер закрыл дверь и упали сосульки. Нет. Напоминаю, что ветер будет сглаживать все эти случайности, подразумевая разумный замысел. Что? Игрушки. Можно отправляться домой? Ладно, пришла пора поговорить об анимации в Клаусе. Высший класс. Она просто... великолепна. Это тоже один из самых красивых мультфильмов, которые я вообще видел. Отвал брошки и всего, что ниже пояса. Не хочу представлять себе, как у кого-то отваливается... Создатели мультфильма проделали огромную работу. Сотрудничали со сторонней французской компанией, чтобы сделать отдельный софт, названный Класс. Клаус Свет и Тени. Подробно можете посмотреть в специальных видео, ссылки оставил. Но вы только посмотрите. Аниматоры ввели в заблуждение половину зрителей, заставив их подумать, что это 3D. Но это все 2D. CGI использовался очень редко. Свет и тени так приятны глазу. Эти текстуры, передающие особенности каждой поверхности. Высший пилотаж. Хорош чел. Просто сделано очень круто. Вы же понимаете, что нам представили Клауса не добрым дедушкой, каким его все знают, а страшным здоровым лесорубом, живущим в страшном доме с кучей жутких вещей. Даже куча игрушек, которые прекрасно раскроются в его предыстории, были показаны пугающими. Снова ветер играет роль судьбы, случайно подсунув. Это прикольно. Клаусу... Мне сейчас напоминает вот эта система с ветром в этом, в Цусиме, там тоже типа ветер подсказку дает. Это прикольно, на самом деле это смена действий с ветром очень классная. Где это? Что? Не знаю, откуда мне? Ты же почтальон, верно? Да, блин, выпустите меня отсюда! Я так не могу, не могу, не могу! Что? Давай, 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 давай. Можно... А?
Вот так мило. Один из самых лучших моментов в мультфильме. Можно сказать, главная идея уже раскрыта. Прям вообще милота. Первый ребенок, получивший первый подарок от Клауса. Событие, изменившее все. Судьба привела его в дом с самого грустного ребенка. Клаус отправился не к тому, для кого добро можно было сделать легко, а к тому, для кого сделать добро было буквально невозможным. Столько преград, все так и сводилось к тому, чтобы отступить, но цель была достигнута. Мы хотим отправить письма! Двоюродный брат сказал: напиши мистеру Клаусу и получишь игрушку. Эй, эй! Вы хотите игрушку? Пошлите письмо мистеру Клаусу. Положите его в конвертик, подпишите имя и гоните монетку. Слезу подпустили? Тогда свободно. Готово. Потрясающе. Сюжет прекрасно формирует оригин Санта-Клауса. Вы же помните то чувство абсолютной неверы в Джаспера и достижения его цели? Так вот сейчас события привели... И это как картинка меняется. Гляньте, как с суперсерых тонов картинка начинает обретать более яркие краски. Вот настолько проработано в этом плане. В которые полностью верится. Однако не стоит забывать, что его намерения не так чисты, как у Клауса. И письма он собирает, чтобы свалить отсюда, а не ради счастья детей. Приглядитесь, все это время он был в тени. Рандомный став, недавно мемы способны передать ощущения. Что лами не писать? Я не успел представиться, как... Бедные детки из Мирсбурга вдруг начали писать вам письма. Вспомнил, что у вас целый сарай игрушек, они пылятся. Мамочки. О, ух ты. Это... Сцена с диалогом и поделкой скворечников очень важна для предыстории Клауса. Огромное количество созданных им скворечников, в то время как Джаспер упоминает огромное количество игрушек в его доме. Уходи. Мистер Клаус, сэр! И еще Кристоф. Сегодня, в то же время. В смысле... Среди ночи? Могу взять игрушки сейчас. Нет, я иду с тобой. Еще один шаг к канону Санты. Клаус не желает доставлять игрушки днем, а только лишь ночью. Ведь мы помним, что он не желает лично встречаться с детьми, которым дарит радость. А обусловлено это как раз его предысторией. Ну, вообще такая драматичная история, но очень крутая. Клянусь, играл. Сдать Хелинбо! Хелинбо, как же так? Но... Почему? Почему? Наши традиции! Потрясающе плавный ход сюжета. Извечный конфликт двух кланов впервые дал трещину из-за доброго поступка, абсолютно противоположного явления их ненавистной вражды. И, конечно же, это началось именно с детей. Тех, кто еще не успел пропитаться историей кланов и их враждой. Из чего и исходит подробный рассказ об их прошлом. Вау. Ну да, сюжет правильно рассказывается. Где вы одержали победу? Нам уже демонстрирует абсурд их конфликта, ведь история переписана лжецами. Нет писем, нет игрушек. Но мы не умеем писать. Есть один способ. Это очень важный момент. Ориджин Санты в сюжете мультфильма вынудил детей научиться писать. А это приведет к изменениям в ситуации в жизни учительницы, о которой мы еще поговорим. Утром проснешься, а подарок лежит перед камином. Он огромный, но пролезет в любой дымоход. Правда? Правда. А, так вот оно что. Вот почему дизайн Джаспера решили сделать худоватым. Понимаете, как это скорее всего это было? Круто. Сценаристы, решая, как привязать Клауса к дымоходам, думали над разными идеями. Возможно, они хотели сделать его метателем топоров, и он мог бы метко бросать подарки в камин. Или типа заходил через входную дверь, оставлял подарки, а чтобы не спалили, прочищал дымоход, чтобы думали, что он зашел через него. Вот что угодно, любые идеи у них были. Но в итоге решили пойти через Джаспера и обыграть это с юмором. Ведь всю работу это как очень... раз сделал да, он. Да, и да. Уже отсюда исход. Внешний вид Джаспера сделали тощим, дабы вопрос с дымоходом был закрыт. Вот зуб даю, примерно таким образом все это и сформировалось. Если повесить носок над камином, мистер Клаус наполнит его игрушками. По канону, вот прям по-настоящему и ретро-канону, прообразом Санты-Клауса был святой Николай. По сказаниям, он как-то бросил кошелек с деньгами в дом нуждающегося, а тот упал в носок, который повесили сушиться у камина. Ну, теперь вы знаете, в чем прикол этих огромных носков. Прикольно, ой, я даже не знал. Оставьте ему печенье. Вот, я же говорил. Даже пристрастие к печеньям, что мы видели в начале, авторы присвоили Джасперу, чтобы подстроиться под канон Санты-Клауса. Это вообще балдеж. Если я вас чему-то научу, вы уберетесь отсюда, ладно? Угу. Очень хорошо. Научите еще!
пожалуйста. А можно мне написать свое имя? Нет, не писать. Хочу писать. Человек, не способный ничем пожертвовать, ни за что не сможет ничего изменить. Поговорим еще о визуале Клауса. Блин, это очень мило. Свет всегда хорошо бросается в глаза, как он отражается от снега и прочее. Вдобавок, свет... Не знаю, такая милая история, она такая трогательная. Я старею, я становлюсь слишком сентиментальным. Это такие милые играет вещи. Меня так трогают. Что ли? Пока персонажи творят, скажем, плохие вещи, они всегда в тени. Но стоит им свершить добрые и чистые поступки, их озаряет свет. Ну и не забудем, что проступки Джаспера закономерно отразились на Альве и ее взглядах. Перевес. Ничего. Надо оставить часть подарков. Но меньше подарков, меньше писем. Меньше писем, дольше... Дольше не сбудутся детские мечты! Но это уже уровень мега хорош. Один поступок Джаспера привел к письмам. Письма дали... Джас, он хотя бы и... Он хоть и преследует свои какие-то... Своей цели, но он этим все равно добился своего. Старт сюжетной линии глав кланов и помогли Альве. Но теперь большое количество писем привело к перегрузке саней, да так, что их уже не увести. И это событие чуть не раскрыло главную ложь Джаспера, его нечистые помыслы, которые привели к чему? Да, к канону Санта-Клауса и его северным оленям. Попался! Вот это я понимаю. При скачках во времени угол падения солнечных лучей меняется, даже цвета изменились. Да, это круто. Видно, как закат наступает. Вали домой! Ну и кто теперь, чучело об***т? Кто с письмами, все сюда. Эй, я послал письмо, а в ответ получил какой-то уголек. Мерзкие головастики не заслуживают подарка. А как Клаус узнал? Он знает. Ты издеваешься? Видит все твои поступки. Он ведет счет. Список непослушных детей. Будешь бросать свой снежок? Чел хорош, ультра-мега хорош. Это очень важное событие. Сюжетная линия с этим пацаном была не только ради подстраивания под канон Санта-Клауса с его списком плохих детей. Это было необходимо, чтобы изменить всех остальных детей, дабы те начали творить добрые дела и накалили ситуацию между кланами. Вы же еще понимаете, что все это получилось из-за наглого и хитрого характера Джаспера. Будь на его месте добрый, мудрый Клаус, он бы все равно отдал подарок плохому мальчику, даже если тот кидал бы в него снежками. Но Джаспер... Ему в предложку угольком, в итоге эта выдуманная традиция со списком плохих детей исходит не от какой-то сверхдоброты и великой мудрости, нет, а от простого человеческого. Сделали плохо тебе, ты сделал в ответ. Сделали хорошо, ты сделал хорошо в ответ. Прекрасное раскрытие столь простых вещей. Сосед заделывал дыру в заборе. И случайно... Отдельный хорош за такой переход. Хоул и сама дыра. Да, классно. И будем помогать каждый день ради твоих игрушек. Вместо того, чтобы стащить ягоды миссис Руны, мы их для нее собрали. Давайте к нам, будем играть! Символически показали, как между кланами упала преграда. Глобус больше не проткнут ножами, а исполняет свое значение. Но куда важнее, да, свет. Свет даже прогнал рыбу, заменив его на труды учеников. Стало меньше поджогов на 70%. Посиделки, игры, еще много чего. Один добрый поступок вдохновляет на новые. Ауф. Пора послать этому почтальону весточку. Кое-кто часто любил это повторять. Люди помогают лишь из корысти. Тем детям нужны игрушки. Чего тебе хочется? Мне? Ну, я не... Берегись! Мое! Ваша засада! Это наша засада! Вот вообще шикарно! Вот, господа, учитесь. Диалог про личные желания снова чуть не раскрыл корыстные намерения Джаспера. Но его слова прервались главарями кланов, чья засада была вынуждена после придуманного Джаспера списком плохих детей. Но, как обычно, раздор не позволил все нормально сделать, и Джаспер с Клаусом выжили, вылетев на летающих санях Санты-Клауса. Все эти переходы, скачки, как красивый танец. Я такое видел прошлой ночью. Летучие сани. Где твой клан? На дружеских посиделках. Почтальон и старик-игрушечник задурили мозги всем вокруг. Нам пора.
объявить перемирие. Ты предлагаешь заключить мир, чтобы покончить с миром? Кланы заключают мир ради войны. То есть они даже сами того не понимая, попали под влияние «заплати другому». Ветер ветром, но куда интереснее, нам потихоньку намекают на предысторию Клауса, плавно и с чувством. Добро пожаловать в новую мастерскую! Рождество! Все детишки в городе просыпаются рождественским утром и находят новые игрушки, что ждут... Джаспер, слушай, я не... Опа-па-па. Я не делаю игрушки. Больше не делаю. Тех, не трогай там ничего! Секретно организован! Стой! Уходи. Я не... Убирайся! Очень сильная сцена, и с нашей Верой вновь играют. Вот как так вышло, что сам Клаус отказывается делать игрушки для детей и дарить их на Рождество? Как? Мы в это не верим. Что же заставило его это сказать? Вся эта интрига просто не отпускает, держит нас. Что, плохой день? Не у тебя одной. Если я не наберу писем... Что? Что со мной будет? Ведь дома я, можно сказать, важная шишка. Но Клаус, он не заслуживает. Я вел себя как... Тон легкий. Вот именно. С тобой приятно вести беседу, знаешь ли. Твоя взяла. Вставай, пойдем со мной. Извини за позднее вторжение, но... Это. Мунэй, кузинста. Ладно, давайте приступим. Она хочет лодку. Правда? Нет, что-то не так. Что? Переведи. Почему это так трогательно, блин? Чел хорош. Да. Еще одна из лучших сцен. Тут целый список почему. Сюжетная линия с девочкой из народа Лапланов свела Джаспера с Альвой, дабы те вместе выяснили, чего она хочет от Клауса. Отсюда второй плюс. Отношения Альвы и Джаспера не притянуты за уши. Альва прониклась поступком Джаспера, ведь их судьбы очень схожи. Оба были отправлены в забытую святым Николаем деревушку. Как пытаются же круто меняться цвета. Знаете, как было? Образование и почтовых отправлений. И как становится понемногу потом. То, чего Альва не смогла. Она, насмотревшись Усачева, пыталась свалить отсюда. А Джаспер изменил обстановку, подарив Альве надежду. Он даже приперся ночью к переводчику ради желания одной маленькой девочки. Какая у него большая душа. Это важно для раскрытия обмана в будущем. Хотя на самом деле старый Джаспер не стал бы так стараться ради одного письма. Он впервые решил помочь кому-то без корыстных намерений. Просто в благодарность, что та его выслушала. Мы уже понимаем, что сейчас Джаспер не тот наглый придурок. Доказательство тому – попытка сделать сани для Лапланки самому. Прекрасное развитие персонажа. Клаус, я... Ого! Кантешка ли его? Вот это, пожалуй, лучшая сцена всего мультфильма. Клаус, что не мастерил игрушки уже много лет, впервые за эти годы смастерил сани, простив Джаспера, пытавшегося своими руками их сделать. Путь, что они прошли ради одного подарка, ради одного ребенка. Но чё так трогательно? Зачем? Это так мило. Прям вообще, не знаю, я так расстраиваюсь от этих вещей. Люблю подобное. Метель. Самое... И вообще, так добра не хватает. Столько всякого плохого у нас творится в мире. А люди друг друга ненавидят. Вместо того, чтобы... Просто нормально общаться друг с другом, важное хотя событие, бы. Кульминация идеи всего мультфильма. Взгляд Джаспера изменился навсегда. И все это под прекрасную песню от Зары Ларсон. Ведь один добрый поступок вдохновляет на новые. И дабы не пустословить, я решил посвятить это видео благим целям. Куда, смотри сюда. Ай. Я посетил один приют для животных, там много хороших котеек, у каждого своя грустная история, и надеюсь, я смогу им помочь. Мы договорились с приютом об уговоре. Каждый, кто придет от моего имени и приютит себе кота, будет упомянут в моих следующих видео после титров. Вас сфотографируют с вашим новым другом, выдадут все прилегающие документы кота,
у них есть документы. Где на самом деле это круто с приюта брать. У нас в городе приюта вообще нет. У нас реально нет. У нас это немножко грустно. Типа реально вся грустно. Вся информация об их прививках и стерилизациях. Все коты и кошки в приюте стерилизованные и кастрированные. Чистые, ну это хорошо. Можете выбрать кота сами на страничке в Инстаграме. И каждый, кто приютит кота или собачку, получит еще один сюрприз лично от меня. К сожалению, я пока связался только лишь с одним приютом. Это все для жителей города Алматы. Я пытался связаться с московскими, но я сам припозднился, что-то поздно спохватился с этой идеей. Я понимаю, что 70% моих зрителей из России. Московские приюты мне еще не ответили, но я бы хотел связаться с брендом Пурина. Вот они контактируют чуть ли не со всеми приютами, чуть ли не во всех городах России. Ну это прикольно. Но это, пожалуй, уже в следующем году. Надо будет с ними связаться. Вся эта акция будет длиться целый год. И главное, Китя. Когда вы не набирали питомцев. Моя Китя, наверное, спит. В видео вы будете упомянуты. А пока люди из Алматы. Ну, я свою Китю не из приюта, конечно, взял. У нас нет приютов, опять же, повторюсь. Но я ее с улицы подобрал. То есть она была в очень нехорошем состоянии. Ее очень дико мучили блохи. Мы, конечно, очень долго боролись с этим. Стерилизовали потом. Но сейчас зато она крепкая, немножко всем недовольная по жизни. Но это у нее такой характер. Заполнять анкету по ссылке внизу. Позже с вами свяжется, и вы сможете проехать в приют, забрать нового друга. А пока на этом все, и мы продолжим. Че? Ахжол был бы рад. Смотри в камеру. Ну, это недовольство. Я просто хотела спать. Я еще помню времена, когда сам вот точно так же улыбался. Что? Кто улыбался? Она меня поддразнивала. Она? Моя Лидия. И построил нам дом. Но мы недолго собирались жить вдвоем. Мечтали, что скоро дом наполнится детьми. А пока ждали, я начал мастерить для них игрушки. Мы так хотели детей, но они все не появлялись. А затем она заболела. До сих пор кажется, что она где-то рядом. Когда моей Лидии не стало, я был сам не свой. Она любила птичек, начал делать скворечники. А затем объявился ты. Я развозил игрушки, видел радость на лицах детишек. А я уже думал, что не дождусь. Я обязан этим тебе, мой друг. Теперь все стало на свои места. Предыстория Клауса объясняет все его поступки, все, что мы видели в его доме. Но куда важнее, что мне больше всего понравилось. Клаус в мультфильме про ориджин волшебного духа Рождества оказался простым человеком. Он не какое-то сверхбожество, да, это круто. Бесконечно подарков для каждого ребенка на свете. Он просто хотел семью, хотел иметь детей и счастливо прожить жизнь. Игрушки он мастерил не из желания одарить все это миру, а ради своей детворы. Настолько велика была его любовь. И, наверное, это единственное общее у него с волшебным Сантой. Его огромная любовь и доброта. Спасибо. Не за что. Мы успеем наделать игрушек. Лидия была бы рада. А за год мы так подготовимся. И через год, и через два. Но только, в смысле, никто не знает, что с нами будет через год. Время не ждет. Сознание приходит. Загнут в тесные рамки. Ныне он уже не рад тому, что скоро уедет из Смиренсбурга. Удивительно, и во все это реально верится. Все это совершенно не притянуто за уши. Замок мой, как... Решила сделать небольшой ремонт. А где ты деньги взяла? Твои сбережения? Теперь только глупец захочет покинуть этот чудесный город. Свет. Много света. Альва отдала все свои сбережения на обустройство школы. Поступки Джаспера помогли Альве принять это непростое решение. И из-за этого... Сами сколько он все поменял. Какие у него намерения не было. Знаете, сколько добра-то он натворил. Он изменится сам. О, похоже, ты... Ну, видите, он не злыми намерениями. Все-таки, да, у него была своя цель, но он не шел к ней какими-то... Просто обманом каким-то... Он хитростью. Хитрость, да, но не обман. Сам не понимаешь, что натворил. Это девочка. Изменения во всем, что увидел Джаспер. Это нужно улыбать. Вот. Это еще более крипово, блин. Хорошая работа. Каноничный дом Санта-Клауса, только здесь нет известных всем эльфов. Авторы мультфильма решили дать упор на самые корни образа Санты. Северная Европа, а именно Лапландия, откуда пошли первые традиции дарить детям подарки от имени Святого Николая. В Нидерландах же его имя произносится как Синта-Клаас. Ну а дальше, в 19 веке, писатели и художники додумали оленей, красный костюм и список плохих детей. В 20 веке журналы использовали образ в коммерческих целях. И кстати, миф о том, что Кока-Кола придумала внешний вид Санты, неправда. Такой образ был
ранее в журнале ПАК и в рекламе других напитков. Кола просто сделала этот образ очень популярным. Класс, Джеспер, класс. Среди полоумных обитателей. Это самый важный момент. Счетчик плюсов, это как знаете, счетчик плюсов, типа. Может, он и потерялся. Это высшая оценка. Или даже у него ее никогда не было, но всегда можно найти новую. Но мне кажется, что красного многовато. Традиционная одежда саамов повлияла на образ Клауса, как и в реальной истории, так и в мультфильме. Люди помогают лишь из корысти. Правда, шикарно. Смотритесь, я... Здравствуй, Джеспи. Поговорим снаружи, тут слегка душновато. 14 тысяч писем из Смиренсбурга. Прости, но я должен был лично это увидеть. Стой, что? 14 тысяч? Нельзя же оставить без награды такой подвиг. Домой. Уговор дороже денег. Ты выполнил. Что ж, пора в путь. Ты всех одурачил, чтобы вернуться к своей расфуфыренной жизни. Поверьте, я... Люди помогают лишь из корысти, да? Свет раскрывает ложь Джаспера. Нельзя было просто так взять и стать хорошим, делая добро. Эти обстоятельства необходимы, чтобы позарез показать, насколько Джаспер изменился, что докажет его дальнейшие действия. Мы едем домой, да? Я... Первый раз вижу, чтобы почтальон выглядел более несчастным при отъезде, чем по прибытии. Выше нос, Марго. На паром я опоздал. Сюжетный поворот. Мы были обмануты, как и Марго. И опять же, разве мы бы поверили вначале, что Джаспер откажется от возможности уехать из Смиренсбурга? Но сейчас мы правда верим. Потихоньку, полегоньку, еще немного. Ладно, хотите, можете забирать игрушки, лишь бы никто не пострадал. Игрушки! Надо завязать мешок! Тебе-то что? Ты нас брось! А я полез спасать детские подарки, рискуя сломать себе шею! Клаус находится в идеальном положении. Он спокойно позволяет подаркам рассыпаться, чтобы проверить намерения Джаспера. А почему так, мы сейчас узнаем. Пышечка, покажи папочке, что там. Пышечка, умница ты моя. Пышечка, папочка гордится тобой! Мое? Наверное, это любовь! Отпусти! Они того не стоят! Да вы спятили! Нет! Нет! Один добрый поступок. Один добрый поступок вдохновляет на новое. Оглянитесь. Мое! Милый мой! Брось эту гадость! Мое! Сюжетный поворот с этой парочкой прекрасно вписывается в общую идею. Весь мультфильм нам показывали, насколько вожди кланов любят своих детей. И именно любовь к ним позволяет забыть вражду. Я же не... А это что? Подарки были не настоящие? Кем ты меня считаешь? Но как вы узнали, что... Да, дети болтают, обсуждают, какие заговоры плетут их родители, а учителя это слышат. Они бы уничтожили фальшивки и успокоили. Но явился ты, все испортил. Выходит, я зря старался? Я бы так не сказал. Продолжим. Финал, поставивший все на свои места. 500 IQ-момент, который должен был все завершить. Реально 500 IQ-момент, реально, типа, чистая. Вот музыка из «Титана смерти» прям Однако подошла. Однако вмешательство Джаспера даже пошло на пользу конфликту кланов. Он пришел, пап, мам, смотрите, подарки! Жизнь продолжается. Каждый год перед Рождеством почта завалена письмами. Приходят отовсюду. География рассылки расширяется. Летели годы. И вот, на 12-й год... Я иду к тебе, любимая. Блин, такой... Да что ж такое? Почему так грустно? Ну, это было очень грустно в мультфильме, конечно. Я искал его повсюду. Ни прощаний, ни объяснений. Исчез. Так.
Что с ним потом случилось? Если честно, я так и не понял. Но я точно знаю, что раз в год я обязательно увижу друга. Прекрасный финал. Недосказанность с пропажей Клауса передает то самое ощущение волшебства и веры в чудо. А все сложившиеся рождественские традиции мы видим дома у Джаспера. Два стакана молока для себя и друга. А звуки летающих саней дают нам понять, что... волшебство. Блин, это очень мило, простите, я так расстроился почему-то. Один... добрый поступок вдохновляет на новую. Это очень хороший мультфильм. Че, третий, да, еще залезет? Третий лезет, серьезно? Такие любвеобильные коты. Ну, это очень хороший мультфильм. Это очень хороший мультфильм, который вам действительно стоит посмотреть, если вы его не смотрели. Многие о нем не знают почему-то у нас. Хотя это с того стоит, ребята. Потому что... то, учитывая, сколько сейчас выходит действительно некачественных вещей и так далее, или посредственных, вот это действительно шедевр, который стоит посмотреть, настолько глубокий он, настолько приятный, милый, для любого возраста абсолютно. Его можно отнять как самые там детки-детки, до самых взрослых, и тут правильная мораль, правильная идея, и тут, не знаю, это очень круто. Вот. Пишите, смотрели ли вы, как вам, мне очень понравился. И я до сих пор кайфую, я его с удовольствием пересмотрю еще не раз в часу своей жизни. Подписывайтесь, ребята, на Долбека, ссылка есть в описании. Если вы живете в Алматах, можете пойти и получить себе питомца. Ну, если вы давно хотели кота, ясно дело, не надо заводить кота просто так, ребята, потому что это ответственность. Если вы готовы к этому, то да. А если вы не готовы, то, честно, не стоит. Потому что потом взять и выкинуть кота, это, ну, это не игрушка, в конце концов. Это должно быть осознанным выбором. Вот. Потому что многие этого не понимают. Но им кажется, что, типа, взять кота и взять собаку так легко, типа, ха-ха-ха. Нет, это труд. Труд, ребята. Все, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачки, всем пока. Пау.